находимся в недельной главе Бехукотай. И более точно надо сказать, что он называется Им Бехукотай. Если по законам моим будете идти, в нашей главе перечисляется очень много благословений, которые Всевышний дарует нам, если мы будем идти его путями, идти исследовать Тору, учить Тору, распространять Тору, то у нас будет очень много благословений. Если нет, то здесь раскрывается в нашей главе очень много серьезных и трагедийных, я бы сказал, вещей, так скажем, обратной стороны медали. И очень часто люди, малосведущие, задают вопрос, где Всевышний был во время Холокоста или в других ситуациях, когда нам было очень тяжело. Ответ дан в нашей главе. Все зависит от нас. Если мы выбираем правильный путь, Всевышний нам дает благословение. Если нет, то мы получаем за это, и хотелось бы пожелать нам, чтобы мы выбирали только правильный путь.